Добрый день, друзья. Мы с Аряшенькой подошли. Вот сад Эрмитаж называется. Является охраняемым объектом культурного наследия, который можно посетить круглосуточно в любое время года. Вот мы идем к главному входу. Для вас сад Эрмитаж назвали его. Такое название многообещающее. Пойдем, Ряш, сейчас посмотрим, где тут главный вход. Погодочка непонятно. Вроде было солнышко, и вращаются тучи. А вот за нами Петровка 38. Главное направление Министерства внутренних дел. Серьезное здание. Пойдем, Ряш. Стала снимать там видео, смотрю на меня. Полиция обратила внимание. Замечаний не сделали, но как-то так неодобрительно. Наверное, нельзя было снимать. Пойдем, Ряш. Так, это главный вход, надеюсь. Вот такой вход. Сад Эрмитаж. Пойдем, Ряш. Так, фонтан я вижу вдалеке. Ну, тут, конечно, вот эта территория закрыта. Наверное, что-то идет, какая-то здесь реставрация. Пойдем, сейчас посмотрим. Да, в правую сторону Петровка 38, знаменитая по фильмам. Ладно, сейчас мы подойдем к чему-то интересному. Ой, а впереди, посмотри, какая красота. Ну-ка, давай зайдем. Посмотри, какой красивый уголок. Да. Тогда мы видео свое продолжим. Давай, Ряшенька, иди, я буду за тобой тоже идти и показывать. Посмотри, как тут красиво все оформили. Ну, своеобразненько. Смотри, какой памятник, руки. Интересно, что это означает. Сейчас почитаем. А что там написано, Ряша? Ну-ка, сейчас посмотри, как интересно. Сейчас посмотрим. Так, ну-ка, отойди. Символ мира и доброты одуванчик. Вот, оказывается. Видишь, видеть цветка одуванчика. И вот этот вот памятник символизирует, видишь, символ мира и доброты. Вот такой одуванчик. Так, приложите свою ладонь в оттиск и пошлите импульс любви и добра близким. Ты посмотри, надо же. Человек только тогда человек, когда он добрый. Доброта – решение всех проблем. Там, где доброта, там нет границ. Доброта и благодарность – главный закон человечества. Ряша, ты посылаешь импульс любви и добра близким? Конечно, посылаешь, наша лапочка. Очень хорошая, добрая девочка. Как нам повезло, что ты у нас такая хорошая девочка. Добрая, умненькая, внимательная. Вот такой вот стоит одуванчик у входа. Ох, посмотри, а это что такое? Яблонька такая. Дерево, что-то я на него сразу внимания не обратила. Да, это яблочки такие. Ты посмотри, какие они прям. Они маленькие, но уже такие спелые. Конечно, никто их не рвет, потому что все относятся к этому очень уважительно и почтительно. Такой вот одуванчик.
пойдем сейчас с Иряшей дальше. Видишь, символ мира и доброты. Вот дуванечка. Там мы видим здание Тровка 38. Главное здание МВД Российской Федерации города Москвы. Ряшенька, пойдем. Все, пошли дальше.